будет к вам, приедет Поля. Здравствуйте, люди! Кто из вас болен? Погляжу из очков папин язычок и, наверное, пропишу папе коньячок. В день 3 раза ложечкой пить понемножечку. И на маму погляжу, будет стройная к лету. Быстро маму посажу в шпагат и на диету. Вам в постельку лечь, поспать бы, вам убрать большой живот. И тогда из вас до свадьбы кто-то точно доживет. А приедет депутат, просит вип-палату. Ты сначала врачу, сделай вип-зарплату. Все профессии важны, только без обиды. Но сегодня мы врачам говорим спасибо.